Сегодня мы сыграем в игру под названием, которую я не знаю. Короче, мы играем с моим другом. Вот он, Ренат. Что? Ничего. Короче. Ага. Смотри, если я прыгаю, то я улетаю назад. Ой, подожди, я упал, помогите! Спасите! Спасите! Остановите корабль! А хотя я без тебя уеду, пока. Смотри, я быстрее тебя. Пойду якорь подниму. Я же его опустил просто. А, да. Сорян. Все, пока я без тебя. Не, подожди, стой, опусти его, нет! Ну реально, отпусти его, пожалуйста. Опусти. Это куплю 986 золота за 3200 рубаксов и разбомбил тебя. Купи 985 тысяч золота. Я это и хотел сделать, но я потом передумал. Так, все. А знаешь, сколько мой меч стоит? Что? Знаешь, сколько мой меч стоит? Сколько? 28 тысяч золота. А, дешевый. Ага, дешевый. Кроска джопа. Ой, что? Что за? Это Ром. Не надо его бить, он исцеляет хпшки. Что он делает? Там враги. Он хпшки восстановил. Я. Там враги, там враги. Я его просто себе возьму. Лево рубля. Пусть будет. А, они и так топят. Я зря поворачивался. Якорь его подними. А я его опустил? Двух моего капитана. Я его случайно я тебя опустил. Я тебя начал типа капитана. Хорошо. Смотри, ребят, смотрите. Я просто... как в Титанике. Все, я хп. Теперь я как в Титанике. Рел. У меня меч сильный, и он нифига не сильный. Все, я убегаю. Бегу. Это кто хочет, чтобы я убил Колю, ставьте лайки. Ай. Я сам себе... Я ж подлетел. Всё, если будет 20 лайков, я убью Колю. Давай хотя бы 3. Давай хотя бы 21. Куда уплыл без меня? Ну подожди. Хорошо, на 100... Ладно, как их стоит? Это слишком много. Давай, на 21 лайк я на следующем ролике убью Колю. Подожди меня, ты без меня уплыл на остров. А потом оставлю его на необитаемом острове. За необитаемый остров давай 30 лайков. И подписка. Нет. 21 лайк и подписка. И 20 подписчиков. 21. Ладно, 10 подписчиков. Или у тебя уже есть? У меня уже 13 подписчиков. 14. Зато у меня камера в воздухе. На 15 подписчиков и 21 лайк. 21, ты шо? Это очень много. Я его оставляю на необитаемом острове, а потом его убиваю. А потом, чтобы его отложить на необитаемом. 21 лайк. Ну ладно, за мою жизнь еще можно 21. 21 лайк, все равно никто не доберет. Те самые другие блогеры. Давайте, ребят, набираем 150 тысяч лайков. Те самые еще более другие блогеры. Так, набираем 5 миллиардов лайков, и все видно. Я первый попаду на остров Розы. Мне все равно, кто я. Джунгли смотреть. Че? Не помню, куда он меч... Не надо меня убивать, еще 20 лайков нету. Не имеешь права. И то в тюрьму. Все, я первый сейчас зайду на остров. Я первый на острове. Ха-ха.
Зато я третий. Ой, точнее второй. Эй, я не могу, подожди. Мне... Я только через корабль туда могу забраться. Уровень будет... Нечестно. Оль, попади, мне нужна твоя помощь с самого начального меча. Боже, на помощь. Оль, смотрите ко мне. Сюда. Подожди, как его вырубить? Я отойду. Куда ты без меня погнал? Так я тут. Я иду к сундуку. Пока ты там их отвлекаешь. Я зато каких-то там военных. Короче, я других пиратов не подводил. Ты где? А. О, пере. Да они уже где-то плавают. Короче, неважно. Ой! Да, ты там иди пока сражайся с ними, да? Эй, я сейчас умру! Нет, 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 не на ту кнопку, я на F нажимаю. Помоги мне. Подожди, меня сейчас убьют. Меня убили. Подожди, у меня есть чуть-чуть хп. Давай, давай, давай. Все, хорошо, понял, понял. Не переживай, Ренат. Это нечестно. Он меня убил. Зато я на корабле появился. Какой я сундук забрал? Стоп, подожди, я ж появился на корабле, но я непонятно где. Я безголовый какой-то. Где я? Подожди, я несу к нам хату сундучков. Где я? Я на каком-то зеленом корабле. А я понял, на чем ты. Так, мне нужно просто так закинуть. Да, мне... Все, нажми телепортироваться на корабль. Там, о, со мной кто-то живет. Ты вышел что этим? Или ты глухой? Куда, на корабль? Да, на корабль. Где я? О, зато у меня есть... Нет, кружочек пропал. Что ты там плаваешь? Какой кружочек? Я вообще-то бегу, но ничего. А тут бегать можно? Ну, да, я как бы бегу. А на какую ты кнопку нажимаешь? Подожди. У меня кнопка спринт есть. А, это на телефоне точно. А у меня нету. Короче, ведро воды в руки. И погнали. Куда? За сундуком. Нам что, корабль пробили? Да, это... Вообще-то я сундук уж у нас на корабле. Ты чё? А я еще один возьму. Хорошо, я пока поставлю другой курс и без тебя уеду. Не, да? Подожди, подожди, хорошо, у меня спасибо. Сундук есть. Дай, дай, дай. Та-ра-ра-ра. К сожалению, я тут бегать не могу. Вот на все кнопки просто тыкаю. Ой, как это вырубить? О! Так, поворот разгадывай. Нет, 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 нет. Плыви, плыви. Нет, не плыви, точнее. Подожди меня. На меня тут напали. Дай, дай. Я сейчас умру. Я умер. Да блин, у меня был сундук. Стой, подожди. Восстанови меня, как ты там делал. Так это тебе нужно просто чуть-чуть подождать. Это не я делал. А, так блин, у меня... Стой, только не уплывай, там сундук. Да, да, конечно, не уплываю. Угу, сейчас как уплывешь? Ты в базе. Ты можешь восстановить. Та-та-ра-та-ра-та-ра.
Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Ты куда так пушку сунул? Ты чё, ещё патроны тратишь? А ну из... Они тут не бесконечные. Походу 21 лайк потерпит. Нет, 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 нет. Тут бесконечные. Не, не бесконечные, но мне лень бегать туда-сюда. Я застряла, где я? Почему я летаю? Что со мной? Мою капитанскую каюту. Что не так со мной? Подожди. Подожди меня. Мне не нравится эта игра. Жду. Ты меня тут выкидываешь. Ладно, ребята, ставьте 20 лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы Ренат меня убил. Но я не хочу этого. Поэтому поставьте 30 лайков, чтобы... 20 не набралось, чтобы я еще и чтобы я его еще и он меня не чтобы убил, чтобы его еще оставил на необитаемом острове. Поставьте хотя бы 22. Все, пока.